На улице минус 30, и наша техника может отключиться в любой момент. Просто отказаться работать из-за мороза. Уж кто точно не откажется от работы, так это вот эти ребята. Именно на их плечах лежит ответственность по созданию праздника, атмосферы Нового года в центре города. За качество и безопасность горки можно не волноваться. Бригада комбината по благоустройству точно знает, что делает. Тем более, когда инструмент в руках лучшего работника КБУ. Бато Базаров уже второй раз подряд забирает эту награду. Разговаривать на камеру стесняется, зато с инструментом на «ты». На благо города, на благо детей. Ну, порадовались дети. И, ну, город хорошо живет. Да. Поэтому каждый день приходите сюда, да, и занимаетесь. Пока не закончим, будем работать. Даже несмотря на мороз, Бато одет относительно легко. Говорит, лишняя одежда стесняет движение. А когда становится холодно, то для обогрева есть специальный кунг с маленькой печкой. Вот там в будке-то хоть. Конечно. Нормальная температура. Лучшего работника в комбинате по благоустройству выбирают раз в месяц. Счастливчика ждет материальная премия. Мы видим, как наши работники на все 100% отдаются своей работе. Чтобы повысить их мотивацию и стимулировать качественное выполнение своей работы, мы каждый месяц выбираем лучших из лучших. Ведь от них зависит чистота и комфорт нашего города. И нужно поощрять работников не только похвалой, но и денежной премией. Площадь Советов уже совсем скоро станет главной новогодней площадкой Улан-Удэ. Ледяные фигуры, горки, большая елка и прочие развлечения. А пока сотрудники КБУ еще раз проверяют на прочность конструкцию горки, чтобы быть уверенным в своей работе. Баир Цыдыпов, Бато Гармын. Новости дня.